Привет, дорогие друзья! Я вот так вот выгнулся, чтобы вы видели новый обзор подарков сегодня у нас. Короче, как всегда у нас сегодня море цветов, море подарков. Сегодня подарили вот такой плакат, смотрите, девчонки. А то всегда мы им дарим плакаты, да? А тут они сами сделали, вот такой подарили. Ну, просто молодцы. Даже вот так вот покажу, чтобы он такой вот был. Вот так, короче, ну что, будем показывать обзорчик всеми полюбившейся рубрики «Обзор подарков». Вот как видите, опять море цветов, классные букеты, вообще просто шикарнючие. Ну давайте, цветы цветами, а подарки будем разбирать. Антоха на помощи у меня, Илюха на помощи, так, мы все, поехали, давай смотрим. Что-то здесь вообще такое нарядное. Что-то, да. Смотри, какие-то тут вологодские деликатесы. Супер. Вот это вот прям кто-то принес, прям вот весь набор, знаете, чтобы Россия, Русь, храни себя, храни. Супер. Тоже какие-то конфеты навороченные. Ух ты, какой-то кубик Рубик. Смотрите, кубик красивый. Юрий лучше, Юрий добрый, смотри. Короче, как ты ни кинь, все равно будет супер. Классный. Тоже кто-то своими руками сделал. И тут, а это, я думаю, нет, своими руками не делали. Но они сказали, что это лечит все болезни. Все это, ну вы прям, ой, ну вообще колбаса, все дела вообще. Над солями какая-то, да, смотри, супер. Классно, смотрите, какой наборчик прям. Это сало или мясо кусок какого-то. Давайте почитаем, что это такое. Праздничный... СК из мяса лося. О! Мясо лося. А вот еще один мясо лося. Опять мясо лося. Да что ж такое? Как и колбаса из мяса лося. И мясо... А, все из мяса лося. Ёлки-палки. Да, и конфеты тоже. Лосины. И конфеты тоже лосины. Нет, они лысиные. Видишь, лысины. Ой, спасибо, здорово. Классно. Смотрите, как кто-то это все делает. А, выжигает прям. Супер вообще. Это отправится в музей Шатунова однозначно. А на обратной стороне ничего. Это классная штука. Мне вот такие нравятся. Но это будет в музее. Супер. Кто такой подарок сделал, прям вообще за нас так переживает, чтобы мы и подлечились, и сытые были, и все, чтобы у нас было. Короче, вы большая молодец, кто это сделал. Супер подарок. Опа, что такое? Непосредственно Игорь. А где непосредственно слово? Ух ты, а тут что-то тоже, смотрите, тебе снасть. А тоже мне снасть. Ой, супер, классно. Ну-ка смотрим, что там непосредственно Игорь. Святая Троица Сергия. Это мы посмотрим. Да, это вот я буду знакомиться с городом Сергиев Посад. Леска. О, леска. Вот теперь я тоже пойду на рыбалку. Осталось только палку купить и пойти на рыбалку. Магнитик. О, супер. Коробка. Спасибо. Да. Коробка. Во, классно. А это для крючков все вот эти, да, вот. Да, вся вот эти вот снасти. Здрасте. Ух ты, крючки. Ну я теперь обязан поймать какую-то рыбу. О, это воблер. Во! Блин, супер, спасибо большое, это Оксана, вот я так понял, что Оксана, да, там написано Оксана, нас от Оксаны и Дениса, Оксана и Денис, спасибо вам большое за такие приятные и полезные подарки, очень здорово. Это непосредственно Юрий, давай посмотрим, что у нас, о, у Юры побольше, смотри, у него там, ну да, он же, классно, супер, да. Ну, если что, может, Юрка мне даст один воблер такой порыбачить. Загоди. На джигу. Ты смотри, какие блестящие такие. Это гламурные стразы или крючки. Вау, тут тоже какая-то штука. Магнитик. И еще, смотрите, воблеры. Ох, елки-палки. Так мы же должны теперь рыбу-то поймать. Самую большую. Или кита уже надо ловить тогда. Уже столько у нас крючков и всего-всего. Так что, друзья мои, мы на рыбалку, если поедем, я обязательно сделаю обзорчик. И мы, если что-то поймем, да, если не поймаем, тоже посидим, покажем вам этих комаров летающих, там, мух. Рыбалка, это же классно. Супер, молодцы. Полезные подарки прям нужны нам такие.
У нас даже если в этом туре не получится съездить, то мы обязательно. Оксана и Денис. Это тоже от них тоже такие вот прикольные подарки. Это конфеты. Здесь, или чай, это, наверное, это чай. Это чай, это конфеты, это местные конфеты. Вау, сколько много всего, так мы же объедимся, это. Как же так? Супер, супер-пупер. Отлично, дальше смотрим. Это что-то здесь, конфеты, кружка, рыбак. Смотри, здесь много всякие рыбы. А, чтобы чай пить и всех рыб запомнить, да? Ну и там конфеты, смотрите, конфетки. Сердце. Вот так вот у нас сердце бьется на концерте. Так, еще подарки. Ой, смотри, кружка. Слушай, какая классная, смотри. Твоя жизнь, играй. Это супер. Вдвоем были. Классно. И сердечко такое, да? Классно. Одно сердечко розовое, другое красное. Так, смотрим дальше. Конфеты, вдохновение. Это что? Кружки, какие классные кружки, Сергеев Посад. Классно, мне нравятся такие вот разрисованные именные. И здесь тоже кружечка, но мы не будем открывать, она точно такая же. Вот. Нет, это другая. Ну, чуть-чуть да. Другая. И вот можно вот этот вот рисунок тоже я посмотрю. И я кажется, знаю, кто это рисует. Да. Это вот девушка рисует. Это Лена, да, рисует, я так понимаю. Это просто прикольно. Она так, как она все обрисовала. Вообще гитара там, Юрка, Аркадий с телефоном. Ой, супер вообще. Молодцы. Вот художник это, конечно, это супер. Всегда мечтал научиться рисовать, но это... Не мое. Ну что, дорогие друзья, как всегда, видите, смотрите, цветы, подарки, отличное настроение, отличный концерт. Классный прям, веселый концерт был сегодня. Тоже жаркий, как и все остальные. Ну, и вы, как всегда, супер, что вы приходите на концерты и дарите такие положительные эмоции, подарки, цветы и все. Короче, вы красавчики. Обнимаю, целую в губы, в зубы. До скорых встреч, друзья. Следующий город. Какой же следующий город? Какой? Иваново. Точно. Город невест, как говорится. Да? Ну ладно, до встречи в городе Иваново. Пока-пока.